Здравствуйте, ребята! Тема сегодняшнего нашего урока – процессор и его характеристики. Цель урока – объяснить на элементарном уровне функции процессора и его основные характеристики. Сегодня мы рассмотрим такие вопросы, как что такое процессор, характеристики процессора, история развития процессора. Процессор. В переводе с английского означает «обрабатывать». Это программа или устройство, предназначенное для обработки чего-либо, является центральным вычислительным элементом любого компьютера, управляет всеми остальными его элементами. У компьютера есть два вида памяти – внутренняя и внешняя. Процессор относится к внутренней памяти. Современный микропроцессор – это прямоугольная пластинка из кристаллического кремния. На ее маленькой площади расположены схемы, транзисторы. Пластинка находится в керамическом или пластмассовом корпусе, к которому она подсоединяется посредством золотых проводков. Благодаря такой конструкции процессор легко и надежно подсоединяется к системной плате персонального компьютера. На самом деле процессор – это одна из сложнейших конструкций в 21 веке и состоит из множества деталей. Сейчас я вам расскажу вкратце о всех деталях. К характеристике процессора относится тактовая частота. Тактовая частота – это количество операций, которые процессор может выполнить в секунду. Тактовая частота процессора подразделяется на внутреннюю и внешнюю. Да, эта характеристика процессора значительно влияет на скорость работы вашего персонального компьютера. Разрядность процессора. Разрядность процессора представляет собой предельное количество разрядов двоичного числа, над которым может производиться машинная операция и передача информации. Ребята, в данной таблице представлены различные виды процессоров. Соответственно, вы видите, что от разрядности зависит объем памяти. Кэш-память. Кэш-память процессора является одной из ключевых характеристик, на которую стоит обратить внимание при выборе. Кэш-память – это массив сверхскоростной энергозависимой ОЗО. Является буфером, в котором хранятся данные, с которыми процессор взаимодействует чаще или взаимодействовал в процессе последних операций. Благодаря этому уменьшается количество обращений процессоров к основной памяти. Энергопотребление и тепловыделение. Разделяется на два вида. Параметр, указывающий на то количество тепла, которое способна отвести охлаждающая система от определенного процессора при наибольшей нагрузке, и на среднюю мощность процессора, показывающая электропотребление процессора при конкретных задачах. Ядро в процессоре. Процессор может быть оснащен графическим ядром, отвечающим за вывод изображения на монитор. Многоядерность – одна из важнейших характеристик центрального процессора, но в последнее время ей уделяют слишком много внимания. Не так давно процессоры были одноядерными, их производительность на то время была достаточно хорошей и не требовала увеличения мощности. Когда процессоры уже достигли предела, на замену одноядерных пришли процессоры с 2, 4 и 8 ядерами. Знаменитый закон Мура, которому следует уже 50 лет, гласит, что число транзисторов на кристалле микропроцессора будет удваиваться каждые 2 года. Как же работает процессор? В итоге, как же все эти сложные схемы работают вместе? А вот как. Сам процессор представляет собой небольшую квадратную пластину, чип, внутри которой находятся миллионы транзисторов. Если говорить о том, как работает процессор Intel или его конкурент AMD, нужно посмотреть, как устроены эти чипы. Первый микропроцессор появился еще в далеком 1971 году. Он мог выполнять только простейшие операции сложения и вычитания с обработкой всего лишь 4 бит информации, то есть имел 4-битную архитектуру. Современные процессоры, как и первый, основаны на транзисторах и обладают куда большим быстродействием. Изготавливаются они методом фотолитографии из определенного числа отдельных кремниевых пластинок, составляющих единый кристалл, в который как бы впечатаны транзисторы. Схема создается на специальном ускорителе, разогнанными ионами бора. Во внутренней структуре процессоров основанным компонентом являются ядра, шины и функциональные частицы, называемые ревизиями. История развития производства процессоров полностью соответствует истории развития технологии производства прочих электронных компонентов и схем. Первым этапом, затронувшим период 1940-х годов, конец 50-х годов, было создание процессоров с использованием электромеханических реле, ферритовых сердечников и вакуумных ламп. Они устанавливали специальные разъемы на модулях, собранные в стойке. Вторым этапом середины 50-х, середины 60-х стало внедрение транзисторов. Транзисторы монтировались уже на близкие к современным на виду платы, устанавливающие в стойке.
возросло быстродействие, повысилась надежность, уменьшилось энергопотребление. Третьим этапом, наступившим в середине 60-х годов, стало использование микросхем. Стали использоваться микросхемы, реализующие отдельные элементы цифровой самотехники. Позднее появились микросхемы, содержащие функциональные блоки процессора, микропрограммные устройства, арифметические логические устройства, регистры, устройства работы с шинами данных и команд. Четвертым этапом в начале 70-х годов стало создание благодаря прорыву с технологией больших и сверхбольших интегральных схем, соответственно, микропроцессора, микросхемы, на кристалле которой физически были расположены все основные элементы и блоки процессора. Фирма Intel в 1971 году создала первые в мире четырехразрядные микропроцессоры 4004, предназначенные для использования в микрокалькуляторах. Наиболее популярные процессоры сегодня производят для персональных компьютеров, ноутбуков и серверов – это Intel и AMD. Для суперкомпьютеров – Intel и IBM. Для ускорителей компьютерной графики и высокопроизводительных вычислений – NVIDIA и AMD. Для мобильных телефонов и планшетов – Apple, Samsung и Qualcomm. К примеру, в Intel существует определенный выбор процессоров, которые варьируются от цены и мощности. Допустим, Intel Coral i9, который предназначен для выполнения тяжелых функций и поддержки всех существующих программ, по цене стоит достаточно дорого. Бюджетная версия Intel Celeron и Intel Pentium, они предназначены для офисных работ, то есть с легкими программами, а на более тяжелые процессоры не справляются. Ребята, сейчас мы с вами выполним задание на закрепление. Задание первое. Укажите правильный или неправильный ответ. Первый вопрос. Защитная металлическая крышка процессора служит для защиты от механических повреждений процессора и отвода тепла. Как вы считаете, это правильный ответ или неправильный? Да, ребята, это правильный ответ. Второй вопрос. Самым высокопроизводительным процессором на сегодняшний день является Intel Coral i5. Я думаю, что ответили все правильно. Это неправильный ответ. Чем больше транзисторов на кристалле, тем мощнее процессор. Так, ребята, здесь правильный ответ, да? И последний вопрос. Закон Мура. Число транзисторов на кристалле микропроцессора удваивается каждые 4 года. Нет, ребята, это неправильный ответ. Он удваивается каждые 2 года. Задание номер 2. Нужно будет произвести соответствие. Каждому процессору соответствует год создания. Сейчас вы должны будете сказать для Pentium MMX какой год создания, для Celeron, Intel 86 и Pentium 2. Pentium MMX был создан в 1995 году. Celeron был создан в 1997 году. Intel 86 был создан в 1978 году, и Pentium 2 был создан в 1998 году. То есть 1А, 2Б, 3С, 4Д. Исходя из темы нашего урока, я бы хотела сделать выводы. Процессоры очень активно действуют в нашей повседневной жизни, что мы перестали их замечать. Они уже давно заняли привычные места в наших мобильных телефонах и компьютерах. Но не каждый замечает их в тостерах, телевизорах, автомобилях и других местах. Их доступность настолько очевидна, что люди используют электронный мозг в любой сфере. Давайте только на минуту задумаемся над тем, каким был бы мог быть мир, если человечество не изобрело бы процессоры. Первое, что приходит на ум – отсутствие интернета. Хотя это только верхушка айсберга. Следует отметить, что около 75% населения Земли уже используют веб в повседневной жизни. Исчезновение микропроцессоров повлияет на образование, коммуникации, социальную жизнь. Представьте мир без мобильной связи и свободного доступа к информации. Мир без приборов, незаметно, но постоянно меняет жизнь к лучшему. Ребята, спасибо за внимание. До свидания.